В Алтайском крае не хватает лесных инспекторов. Сегодня надзор осуществляют 134 специалиста. Требуется еще столько же. Об этом сегодня журналистам рассказали специалисты Министерства природы Алтайского края. Основная причина – недостаток финансирования. Но понемногу эта проблема решается. Одним из выходов может стать Институт общественных инспекторов по охране окружающей среды, который недавно создан в регионе. Удостоверение получили уже 50 человек. Пока говорить о результатах работы вот этой категории рано. Месяц назад они буквально прошли проверку знаний, получили удостоверение. Но мы надеемся все-таки, что это даст дополнительный эффект. По словам Владимира Черных, за полгода в крае снизилось число незаконных рубок. Для возбуждения уголовных дел правоохранителям передано 120 материалов. Частично удалось возместить ущерб до суда. Обязательно иски подаются должностными лицами. В досудебном порядке возмещается, вот в этом году уже возмещено около 3 миллионов рублей. Ну и самое распространенное наказание – это лишение свободы условно и исправительные работы.